Всем привет, с вами Сарик. Сегодня я сделаю расу из игры Сталкер. Сделать ее попросил мой младший брат. Ему тоже нравятся мои макеты. Шаблон он начертил сам, просто перерисовал с этой фотографией. А теперь начинается изготовление. Сначала, как всегда, приклеил шаблон на материал. Оторвал от него шаблон и приклеил еще один раз. Теперь я подсолил отверстие на месте кнопки. Мебельный шкаф. После склеивания слоев, как обычно, идет обработка. Для начала заклеил все углы. Абразивной губкой убрал шершавую поверхность. Шпаклевкой замазал щели. После засыхания убрал лишнюю назначенную бумагу. А абразивной губкой до конца сгладил поверхность. Получилось очень хорошо. Приклеивать детализацию. Антенны и поворачивающиеся детали я сделал из использованных маркеров. Thank you.
один лишний. Теперь покраска. Для того, чтобы краска со временем не стиралась, прошелся грунтовкой. Вот и все, краска засохла. Это значит, что раз это делано. Спасибо вам всем за просмотр. К сожалению, лень мешает мне делать видео. Но летом я собираюсь каждую неделю делать что-то новое и радовать вас качеством и понятным объяснением изготовления.